L-T-Page представляет самодельный лямбда-тестер. Если у вас проблемы с проверкой обычных кислородных датчиков, известных как лямбда-зонды, и вас не удовлетворяют стрелочные приборы из-за их инерционности, цифровые тестеры из-за их малого быстродействия, компьютерные анализаторы двигателей или осциллографы из-за большой цены, громоздкости и значительных затрат времени на подключение, обычные осциллографы из-за неудобства в работе, диагностические сканеры из-за невозможности подсоединиться. То используйте такой самодельный лямбда-тестер. Достоверная проверка этим девайсом напряжение такого датчика займет не более минуты. И это при его себестоимости до $10. Пример проверки показан в этом видеоролике. Обратите внимание, как запаздывают показания стрелочного вольтметра и цифрового тестера. Не равен час пропустить что-то важное. Вот и вся недолгая.